Проще простого зарабатывать деньги, покупая в интернете. Кэшбэк-сервис letyshops.ru – это более 700 самых модных интернет-магазинов с кэшбэком до 30%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья! Xiaomi Redmi Pro – новый фаблет с двойной камерой. На прошедшей презентации в Китае Xiaomi представила новые устройства, среди которых Xiaomi Redmi Pro. Удивительно, но утечек касательно этого смартфона до официальной презентации было действительно мало. Xiaomi представила новый смартфон в трех модификациях. Базовая версия по цене в $225 получила следующие технические характеристики. 5,5-дюймовый дисплей типа OLED с разрешением Full HD с 2,5D стеклом. 10-ядерный процессор от MediaTek Helio X20, 3 гигабайта оперативной памяти, 32 встроенный, основная камера на 13 мегапикселей с модулем EMX258, вспомогательная камера 5 мегапикселей, фронтальная 5 мегапикселей, сканер отпечатка пальцев, поддержка двух сим-карт, аккумулятор на 4050 мАч. Отличием улучшенной версии от базовой стал другой 10-ядерный процессор MediaTek Helio X25, а также увеличенный в 2 раза объем встроенной памяти. Такая комплектация обойдется покупателю в $255. Самой лучшей модификацией смартфона стал вариант устройства с 4 гигабайтами оперативки и 128 гигабайт встроенной памяти, а также с процессором MediaTek Helio X25. Все остальные характеристики остались прежними. Наилучшая версия Xiaomi Redmi Pro продается за $300. Главной особенностью нового смартфона стала двойная камера. Благодаря вспомогательному объективу на 5 мегапикселей на сделанной фотографии можно будет менять точку фокусировки, независимо от первоначально заданных параметров съемки. Вот такие вот дела, ребятки. Всем пока!